Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Зомби против монстров». Так, тут у нас «Защити свой замок», ну это понятное дело. И кем мы будем это все делать? Так, брось, говорит, бомбочку. Это кто такой? Это типа зомби, да? Ты серьезно? Ну что? Так, свайпни. Ну, свайпнул влево и... Еще брось, говорит, бомбочку. Ну, брошу я, хорошо. В плане... Я же ведь попал по нему, эй! Да ну! Ребят, ты что такое? Почему бомба не срабатывает? Объясни мне, пожалуйста. Куда еще тут нужно бомбить? Зашибись! Так, уничтожь вражеский замок, мне говорят. И что, я одними бомбами тут должен, что ли? Хорошо, здесь-то мы попадаем. Ну, почему в первого зомби мы с тобой не могли уничтожить? Ну-ка. Ну вот, совсем другое дело. Да, победа. Так, нам доступен новый юнит. Называется Спарта. Так, ну по картинкам вроде бы так смотрится тут не кисло, да, я смотрю. Короче, Спарта у нас. А, бананы — это наша энергия. Все, я понял. Тин-тирин-тирин-тирин. Это Спарта, причем, я так понимаю, это какой-то циклоп, потому что у него всего один глаз. Ну, давай, допустим. Ну, нам надо, говорит, помогающую себе бомбочками. Хорошо, буду помогать. Что-то, по-моему, мой Спарта какой-то в разы дохлее, чем их зомби. Тебе так не кажется? Вот мне лично так. Ну, здравствуйте, приплыли. Там еще и некроманты. Эй, господи, некромант вылез, он даже ничего не успел сделать, понимаешь? Этот некромант, он вшивая какая-то фигня, мы ему сразу трюх. На тебе, по башке. Но, а почему зомби-то у них такие сильные, в отличие от моих рыцарей? Я не понимаю. Ну что, будем бомбить или будем... А, я думал, мы должны пещеру... О, лава-бомба нам доступна, ничего себе тут. Чем-то она мне напоминает, знаешь что? Оух. Точно, ребята, она мне напоминает, скажи мне, про динозавриков-то мы играли в игру, как она, блин, называется-то? Динобэш, вот, вот как, ребят, точно, что-то слизано оттуда. Ну что, я смотрю, нам кого-то там нового вроде бы как дали, или мне показалось? Новый юнит, по-моему. Да, огненные новые бомбочки, говорит этот. Ну давай посмотрим, как они хоть действуют. Ух, действуют хорошо. Да, применяйте бомбочки как можно чаще. А почему у нас тренер лягушка? Почему не какой-то там воевода, именно лягушка? Так, ты опять? Так, это сумасшедший... сумасшедший какой-то доктор, блин. А, сумасшедший, понял. Ведьма, короче. Ну, он ватник. Так, вот, у нас с тобой бананы. Наконец-то начинают появляться. То есть бананы — это дополнительная энергия, если ты не понял. И вот мы стоим. А где урон-то? Я не вижу, чтобы мы урон наносили. Или здесь как там нужно тоже, ребята, убить определенное количество. Опа, 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 опа. Это кто такой? Я тебя спрашиваю, это кто такой? Слушай, он мне, знаешь, кого напоминает? Прыгуна из Tower Defense. Да-да-да, тот самый оборотень. Но ты же... Что? Что ты хочешь сказать? Почему? Почему? Почему на тебя бомба не действует? Объясните мне. Ну как так-то, блин? Он вообще урона не получает. Может быть, он боится огня? Может, огненный? Ну-ка, сейчас попробуем. Да, огненный ему что-то наносит вроде как. О, а у меня, смотри-ка. У меня табун каких-то буйволов. Откуда они взялись? Откуда табун буйволов у нас взялся? Я не понимаю. Или кто это такие? Бараны, быки, быки какие-то. Откуда ты сказал? Бульхок. Ну, точнее, бульдог, типа. Что тут творится, ребят? Если кто в курсе, напиши в комментариях, что происходит. А это кто такой? Лучник какой-то новый. Ладно, давай смотреть. Так, подожди, а может быть у нас тут... Тут графику можно как-то... Давай посмотрим. Нет, тут графику нельзя никак поменять. Продолжаем, конечно, продолжаем. Зомби, конечно, у них тут очень веселый. Выглядят добротно, да, такие.
Единственное, все равно, что мне не нравится. А прокачка? Прокачка здесь будет юнитов или нет? Вот что мне интересно. Так, давай, выходи. Так, слушай, тут какие-то новые рыцари пошли. Вот что я тебе хочу сказать. Смотри, 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 что они делают. Они гадость какую-то. Какие-то бумеранги выпускают. Да ну. Нет, ну так мы с тобой вообще не пройдем. Ну-ка давай влупляем огненную бомбу. Сразу их, отлично. Давай, давай, бульдоги. Все, отлично, мы победили. Нам достается с тобой наземная бомба. Ну точно, ребята, как в этом, в Динобэше. Да даже менюха та же самая, ребята. Ёх-макарёк. Ну согласись. Так, ладно, пропустить. Пропустили, закрываем. Лучник. Какой-то даже птичка, ребят, которая скидывает валуны, тоже взята из Динобэш. Но шлем как будто просто так нарисован. Даже как будто не надет на нем, да? Смотри. Ты серьезно, блин? Да, что-то как-то не до шуток. Эй! Да ну. Так, тут еще эти маги. Посмотрим. Так, нужно магов валить. Это однозначно. Давай сюда вот сбросим. Да что ж, почему зомби вот эти вот, интересно, блин, имеют офигенную такую защиту. Давай, бомбы. Вот. Все равно мои падают. Что там происходит? Какое-то землетрясение, что он делает? Почему мы... Ну нет, 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 нет. Ну тебе-то тут, блин, только не хватало. Явился, не запылился, ну. Давай, офигеть. Ты посмотри, один зомбик справляется практически. Ну-ка. Ага. Выкусил он свое. Так, сасквальчик. Кто это такой? Сасквальч какой-то. Ну это лукарь, я понял, что это лучник. Ну что-то он так смешно выглядит. Какие-то камни. Ох, ты тут... Нифига. Великаны тут еще какие-то будут. Давай посмотрим, насколько хорош у нас лучник, ребят. Насколько он хорош. Тынь-тынь-тынь. Кто он вообще такой? Да. Ну ладно, допустим. Так, слушай, ну лучник здесь, ребят, хоть что-то из себя представляет на самом деле. Хоть какой-то дамаг наносит. Ощутимый причем дамаг. Да, однозначно стоит, ребята, их прокачивать. Уже сразу явно. Но в ближнем бою, я так понимаю, это полное фуфло, да? Если до него доберутся вот такие тяжи, то просто разбомбят. Ать, магистр кислочей, я вижу тебя. Что? Ты прикинь, он взял просто моих лучников всех. Поуничтожал. Все? Уровень пройден? Пройден. Так, мы... Что это такое? Какие-то камни или яйца? Камни, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Седьмой уровень. Это мы еще до сих пор в пещерах. Потом выберемся из пещер. Потом еще куда-то выберемся. И так вот будем с тобой двигаться, двигаться, двигаться. Хорошо. Давай, это что у нас такое? Это какая-то бомба. Бомба, яблочная бомба, что ли? Судя по всему, яблочная бомба. Такая музыка, ё-моё. Так, иди отсюда, некромант. Фигов. Так, это кто там? Кто там ныкается? Я что, типа тебя не вижу, что ли? Хочешь сказать? Вот и все, сразу отдуплился. Так, вот этого надо бомбашить. Окей. Влупляем, ребята, влупляем. Так, тихо, 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 тихо. Вот этот паршивец очень, очень плохой. Да чтоб тебя, блин, ты...
Завязывает давай свои бумеранги, выпускает. Видел он? Бумеранг, если ударяется об землю, все, ребят, сразу хана всем. Прикинь? Вот так вот. Ага, ледяная бомба. Ну, все, наверное, уже догадываются, для чего. Видишь? Для чего? Ой. Ой-ой-ой, это кто там, ледяной голем, что ли, теперь будет? Доступен нам. Ну, давай посмотрим. Ну-ка, надо посмотреть, во-первых, как это работает. Это вообще работает? Это-то я понимаю, что работает. Ледяная-то, что там? Ой. Так. Так, секундочку, секундочку. Ну-ка. Окей. Дай сюда мне этот. Так вообще, что живу, вот эти вот персонажи откуда-то взяты из какой-то другой игры. У тебя нет такого ощущения? У меня почему-то есть. Так. Ну. Готов. Там копейщик этот вышел. На. Так, прошли. Спасибо, что выиграл. Ух, каменный голем, друзья мои. Вот. А это вообще как будто нарисовано отдельно. Так, рыцарь. А не слишком ли все сразу как-то вы мне даете? Подожди, а вы же... Блин. Они открыли, а где они? Я их не видел там в менюхе у себя. Ни голема, ни ничего. Может быть, голем это не юнит, а... Как тебе это объяснить-то? Как-то, блин, как это объяснить? Ну, типа... Ух ты, сразу бомбанули. Ну, вызываешь подкрепление, короче, они... Так, тихо. Прет он тут мне. На. Ребят, пишите в комментариях, как вам игра. Стоит, не стоит ее дальше играть? Или как? Сделаем просто обзорчик на нее, вот как сейчас. Односерийный. Или все-таки интересно вам посмотреть, что будет дальше там происходить. Так, на-ка, по башке ему. Эй! Улитка. На тебе. Там даже не успел человек появиться, мы его сразу заранее бомбанули, прикинь. Я вот так вот буду забрасывать здесь сейчас все. Да, мы даже не дали шанса им пройти. Джайв-брейкер какой-то. Что за джайв-брейкер? Даже не знаю. Так, 10-й уровень. Подожди секундочку. Апгрейд, вот, что мне нужно. Слушай, да и... он... Блин, а мы можем взять его, кстати. Так, ребята, давай-ка я, наверное, куплю его. Ой, апгрейд дорого стоит. И вот этого возьмем, да? Ой. Так-с. Торпеда. Так, соколиный взгляд. Какой-то метр. И фрезиус. Бомбы. Бомбы тоже прока... И спейшл. Так, спейшл. У нас только один свой спейшл, вот этот вот. Купили. Улучшил. Нет, это мы поставили только на улучшение. Улучшит он позже. А, вот, здесь можно же этих прокачивать. Блин, скип. Угу. А ну-ка. Кончились, да, у меня монетки, я понял. Теперь, как мне вот этих вот ребят воткнуть в мою армию? Объясни мне. Вот как вот мне вот взять их? И я, например... Ага, вот. 16 бананов ты стоишь. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, если я вот тебе сюда поставлю. 16 бананов. Да. А подешевле-то никак? Тихо-тихо-тихо. Ты что-то огненный какой-то бежит, ребят. Огненный. Огненный голем этот. Зомби. Потушили мы его. Трындец. Ага, камни такие стоят здесь как-то в воздухе.
Так, отлично. Сейчас вызовем с тобой. Или не вызовем, нифига. Вызовем или не вызовем? По-моему, ни шиша мы тут не вызовем. Погнали. Совсем другое дело. Почему у нас опять 8? А-а-а, господи, тут трындец, совсем же забыл. Думаю, что такое, берем бананы, они у нас опять исчезают. Потому что их надо... Так, это медик, что ли? Не могу понять. Медитирует он там мне. Заморозка. Я плюю, вот. Да я только накопил, ребята, уровень прошли. Так, мне досталась трава, которая отравляет врагов, которые проходят мимо нее, мимо этой травы. Ты понял, да? Ну что, 11-й. Я не знаю, почему не смешно, ребят. Они какую-то хотели игру сделать свою, но у них как-то так нелепенько все это получилось. Не знаю, мне почему-то смешно на это все смотреть. Так, ладно. Даже Хоурай, и то, наверное, будет поинтереснее, наверное. Игра это клон Tower Defense. Мы тоже с тобой когда-то ее давно играли. Вот, может быть, даже недавно, не то что недавно, а может быть, скоро сделаю серию, ребят, подей. Ну, окей. Так, пока всех выносим здесь. Давай банан, наверное, увеличим. Дерево с бананами. Я просто хочу посмотреть, стоят ли эти големы своих бананов. Ну-ка. Пошел. Пошел, големище. В разгулочку. Так, и вот этого. Ну-ка. Как-то так нарисован нелепенько. Но наша цель тут просто, ребята, не то, что даже уничтожить эту пещеру, а просто уничтожить всех противников из этой пещеры. Вот и все. Как-то так. Да, много тут они, конечно, чего тут хотят сделать. Ну, не знаю, ребята. Мы на сегодня будем закругляться. Вы уж там пишите в комментариях, как стоит, не стоит. Задумка как бы неплохая, но очень много... Даже не то, что очень много, а практически все слизано с разных игр. Я думаю, что вы сами все это поняли. И как раз все эти игры мы играли на моем канале. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.